श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावनम मनोहर वाशाकृवश कृपा सिंधुवश पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्किपा तमहं वंदे परमानंदमाधवम् बृंदावै तुलसीदेवी पियावै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वये नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीय पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धैयम् सदा परिभवग्नम अभिष्टदूहम् तीर्थास्पदम् शिव विरिञ्चनुतम् शरण्यम् वेत्तातिहम् पुनतपाल भवाद्दीपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजितकमपि गभवधू स्वादर्शि पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अजानुलंबित भुजौ कनका बदातु संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरु द्विजवरु जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगा तरंग रमणीय जठा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणो प्रियमनोंग मदापहारम वाराणसीपुरपति भजवीशनाथम वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्जस्व च वक्षसि जस्यास्ते हृदय संवित् पम निशिंगमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Кришнат Китана Гана Нартана Кала Патхо Жани Бхрajita Садбхакта Вали Хамса Чакра Мадупо Бесени Бихараспадам Карна Нанди Калат Дханир Бахатуме Дживхамару Прангане Си Чайтанна Данайдя Нидета Валасад Лила Судха Сардуни Кришнат Киртана Гана Нартана Кала Патхо Жани Бхрajita Садбхакта Вали Хамса Чакра Мадупо Сени Бихараспадам Карна Нанди Калат Дханир Бахатуме Дживхамару Прангане Си Чайтанна Дани Дета Баласад Лила Судха Сардуни Гауди Гоштипати, Шишила Бхакти, Сидданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагат Гуру сказал, нам нужно будет освободиться от привязанности и от отречения. То есть нам нужно будет выйти из вот этой вот темы привлечения и отвлечения, то есть привязанности и отречения. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагат Гуру сказал, в этом материальном мире столько много вещей, которые нас притягивают или отталкивают. Но для начала вам нужно будет освободиться от вот этого влечения или отвлечения. Если вы хотите начать баджан, то для начала вам нужно сделать вот это. Вам нужно освободиться от влечения, всякого рода влечения, привязанности и отречения. И сегодня с утра я говорил о том, что этот мир — это своего рода выставка Майя-деви, это иллюзия. И эта иллюзия, она нас заманивает и не дает нам увидеть абсолютную истину. Она покрывает ее. Существует абсолютная истина, и она поддерживается в большой тайне. Никто, не все могут до нее добраться, только избранные, они могут ее найти. Не то, что все и каждый ее познают, могут достичь. В Упанишадах написано, Риши-муни, они молятся. Абсолютная истина, она держится в секрете. Когда у вас есть какие-то сокровища дорогие, драгоценности, конечно же, вы их не будете хранить на открытом месте. Вы поместите их в какой-нибудь сейф. Очень в тайне будете их большой держать, то есть чтобы у людей посторонних не было об этом никакой информации. Подобно этому, абсолютная истина, она держится в секрете, чтобы люди извне, они не смогли до нее добраться. И абсолютная истина, она описывается таким образом. Она чиста, то есть она, Ямарадж Махарадж, он использует три эпитета, чтобы описать абсолютную истину. А, как вы посмели? Вы настолько дерзки, вы хотите осознать абсолютную истину, у вас материальное тело, у вас ложное эго, вы хотите опознать абсолютную истину, это невозможно. Упанишады говорят, материальными усилиями, при помощи материального ума, при помощи материального образования, при помощи людей, то есть если вы все соберете в одном месте и это будете использовать для познания абсолютной истины, вы не достигнете никакого результата.
Вы можете давать лекции, вы можете писать литературу всякую, но если у вас нет реализации, если вы не в парампаре, и здесь речь не идет о каких-то ссорах, раздорах. Речь идет о выживании истинного «я». Вы можете ругаться, устраивать политику, вы можете собрать почет и славу, то есть испражнения. Но что вам это даст? Вы можете попробуйте узнать абсолютную истину своими усилиями собственными, но вас Майя Деви вас пнет, и вы упадете. Но когда вы оставите ваше ложное эго, как в случае Брамы, все ваши собственные усилия, когда вы от них откажетесь и сдадитесь, предадитесь, позволь мне узнать о тебе. Только по твоей милости каким-то образом я смогу узнать о тебе. Я не обладаю никакими качествами, необходимыми для того, чтобы познать тебя. Но я слышал, что ты обладаешь бесконечным множеством качеств. В Чайтанья Чаритамрите написано, как мы осмеливаемся, как мы пытаемся осознать абсолютную истину. Кришнадас Кавирадж Госвами, он пишет, мы знаем, мы не обладаем качествами. У нас нет никаких качеств. То есть, вот, если вот в таком положении мы будем пробовать познать истину, то у нас ничего не получится. Но если вы получите... Но мы, говорит Кришнадас Кавирадж Госвами, мы обладаем верой, что ты бесконечно милостив, и немного милости ты можешь дать мне, и тогда ты мне поможешь освободиться из этого заточения. Своими собственными усилиями я никогда не добьюсь успеха. Нет просто такой возможности добиться успеха собственными усилиями, то есть собственными стараниями не получится достигнуть абсолютной истины. Только по милости Бхагавана. В Упанишадах написано, что абсолютная истина помещена в золотую тарелку, и она покрыта, или под тарелкой лежит. То есть это посуда золотая, закрытая. И этот секрет, он держится, ну, в тайне, так, чтобы демоны и ракшасы не добрались до него. Даже деваты, они пытаются найти абсолютную истину. Полубоги. Шанкар Бхагаван, он наилучший из них. Он Вайшнаванам Ята Самбу, у него есть реализации, но это сложно. Хирань Маэна Патрена написано в Упанишадах. Почему так написано? Хирань Маэна Патрена означает, это, я не могу сказать, что это посуда, это значит хиран мой, это означает золото. То есть я могу понять это таким образом, что это нечто сияющее, испускающее золотое сияние. Гьяни, они могут достигнуть сияния безличностного. И они думают, что это максимум, чего можно достигнуть. И они останавливаются, они хотят остановиться там. То есть на этом, на этой стадии, но они не могут заглянуть вовнутрь. Если бы они проникли вовнутрь этого сияния джоти, они бы увидели Шьямасундар Рупа. То есть мы говорим об этом, глазами преданности можно увидеть эти вещи, но наши глаза в данный момент, они глаза демонов. Мы видим женщин, мужчин, кровь, мясо, мы видим славу, почести, мы заняты этими делами. Что мы можем увидеть? Это не даршан. Этими,
этими глазами невозможно увидеть абсолютную истину. То есть в этом материальном мире вы ограничены этим материальным миром. То есть ваше настроение, вы бросаете вызов, но вы ограничены. У вас нет возможности пересечь материальный мир. Ваш опыт остается в материальном мире. Сколько нужно всего преодолеть, пройти, где мы находимся и куда нам нужно попасть. Я даже мне даже стыдно об этом говорить, куда нам нужно, куда мы хотим попасть. Если вы только это осознаете, вы сойдете с ума. Где мы сейчас находимся и куда мы собираемся попасть? Какой наш пункт назначения? Мы что, с ума сошли? Чем мы заняты? Мы играемся в игрушки. Мы хотим, мы занимаемся, мы стремимся к чему-то такому серьезному, потому что наша цель, наш пункт назначения. Гьяни-пандиты, они медитируют на Брахму, они достигают сияния Брахмы, но они не могут проникнуть. И если вы сможете развить ваше премнетру, это любовное зрение, глаза любви, если вы обладаете любовью непостижимой, тогда вы все увидите, и это будет очень просто увидеть. Вамсидас Бабаджи Махарадж, у него не было ни учеников, он внешне казался каким-то бесполезным, но в то время как он наивысший вайшнав, но вы так одеты красивые, у вас большие организации, и вы богаты, но на самом деле у вас ничего нет. То есть если мы проведем расследование, каково сокровище ваше, то это ноль. Но Вамсидас Бабаджи Махараджа, у него ничего нет, у него только гора Нитай. И он с ними разговаривает. Постоянно с ними разговаривает. А сегодня что вы будете кушать? А где ваши украшения? Кто их забрал? У вас были золотые украшения. Кто их забрал? Вамсидас Бабаджи Махарадж однажды спросил Гору Нитай. У вас были золотые украшения. Кто-то подарил вам. Я вам их предложил. А сейчас где они? Что? И он там слушал ответ. И тогда Вамсидас Бабаджи Махарадж, он поднялся и отправился кому-то домой. Он, в общем, поднялся, постучал в дверь и назвал кого-то по имени и сказал: «О, украл украшения Гор Нитай, забрал. Ты отдай их назад, потому что они их хотят опять одеть». И этот человек, там был демон какой-то. Когда Вамсидас Бабаджи Махарадж, он стучал снова и снова. Вамсидас Бабаджи Махарадж не сказал, что ты украл. Он сказал: ты забрал. А Гор Нитай, они хотят опять одеть эти украшения. И тогда этот демон, он толкнул Вамсидас Бабаджи Махараджа. Вамсидас Бабаджи Махарадж упал на землю и сломал себе ногу. И он не стал жаловаться, и со сломанной ногой он каким-то образом вернулся назад в Баджан-Кутир и сказал Гор Нитаю: «Вы отдали им украшения, и вы организовали так, чтобы меня побили. Вы отдали ваши украшения, вы могли бы их себе оставить, но вы мне сказали, кто их взял. Я сходил к нему домой, и сейчас у меня сломана нога». Хорошо, ладно, все, что пожелаете. То есть это их успех. Успех — это не репутация, это не слава, не имя. Я стал демоном из-за Пратишты. А кто ты? Ты ничто. Когда ты осознаешь, что ты ноль, то у тебя уже не останется времени. Время ушло.
ты или вы обнаружите, что вы уходите из дома с пустыми руками. Поэтому оставьте ложное эго и станьте скромными, как уличные попрошайки. Крипа Коро, Гаудия Баджан от начала и до конца. Гаудия Баджан от начала и до конца — это постоянные слезы. Я бесполезный, я бесполезный. Смотрите, вы видели Шридхар Госвами Махараджа перед уходом, Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа перед их уходом. Они проявили такую скромность, постоянно повторяли Крипа Куро, я бесполезен. Удава — это такая личность, которую Кришна всегда одаривал любовью. И я уже вам сказал, что слова Кришны, Кришна сказал такое, что Кришна не отличен от меня. Когда Бхагаван собрался оставить этот мир, Удава расплакался. Он сказал: «Ты уходишь, но возьми меня с собой. Я не могу перенести даже долю секунды без тебя». И Бхагаван Шри Кришна ответил: «Я знаю, ты меня любишь, но тебе придется выполнить мой приказ. Тебе придется стать ачарьей здесь, потому что здесь нет ачарьи. Ты будешь самым главным ачарьей. Истинный ачарья редок во всем мире. Если вы проведете исследование, это большая редкость — найти ачарью истинного». И Удава сказал: «Я глупец, я материалист, я постоянно поглощен материальными какими-то вещами, постоянно майя только. Научи меня, у меня нет знания». Бхагаван Шри Кришна сказал: «Ты плачешь, ты произносишь такие слова, ты выражаешь эту скромность, что ты ничто, что ты в майе, что ты не обладаешь знаниями, что ты падший. Но я не могу найти одного единственного такого человека даже на райских планетах, который мог бы быть приравнен к тебе. Но ты говоришь, что ты ноль, что ты глупец, что ты в майе. Такое я не могу найти никого подобного тебе, а ты жалуешься». Вот так себя ведут истинные преданные. Это положение истинных преданных. Вот почему Кришнадас Кавирадж Госвами, он говорит: «Я хуже, чем червь в испражнениях». Но мы не можем понять этого. Ямарадж Мараш, он один из 12 махаджанов. Ямараджи Мараш, когда он говорил об абсолютной истине, он сказал, что она находится в секрете, гуджам. Это означает, что это секрет из всех секретов, самый большой секрет. Вишуддям, чистое знание. Не существует ничего более чистого, чем это. Вишуддям. Гуджам, вишуддам, вишеш, это значит особенная чистота, максимально чистая. То есть там нет никаких осквернений. Мы называем картикврату это урджаврата. Урджаврата — это в честь Радарани название этой враты. То есть ее она так настолько чиста, даже Кришна даже не может объяснить, насколько чиста Шримати Радарани. Вот почему Кришна хочет пыль с ее лотосных стоп на свою голову. «Дай мне свои стопы, поставь мне их на голову». Люди думают: «А как же так? Сумасшедший, что ли?» Бхагаван Шри Кришна говорит: «Помести свои стопы на мою голову, чтобы я смог успокоить свое мое состояние. Твои лотосные стопы — это финальное решение всех проблем. Пожалуйста, помести их на мою голову». Сейчас мы можем понять, кто такая Радарани. Попробуйте осознать это.
Кришна не может отплатить Радарани Гопи. И Радарани, она гуру Кришны. Мы знаем, что Кришна, он гуру всего мира, но у гуру этого гуру — это Радарани. Смотрите, насколько секретна гуру Татва. Гуджам, вишудям, дурбадям. Гуджам — это значит таинство, это огромное, великое таинство, никогда его нельзя постигнуть, но, тем не менее, его можно познать. В Упанишадах написано, вы собрались осознать абсолютную истину, это невозможно, зачем вы даже пробуете? И кто-то может сказать, то есть, хорошо, это невозможно, и тогда зачем это все, тогда мы даже не будем и пробовать. Нет, нет. То есть нас просто предупреждают, что не то, чтобы абсолютная истина никогда не может быть познана. То есть не то, что вы вот зачем вы пробуете. То есть нам говорят, говорится, зачем вы пробуете, это невозможно. Это своего рода предупреждение. Будьте внимательны. Это практически невозможно. Познать абсолютную истину практически невозможно. То есть если ее невозможно познать, то тогда зачем вообще мы должны тут стараться прилагать усилия? В Упанишаде говорится, то, что вы тут пробуете познать, это невозможно познать. И вы скажете тогда, зачем я буду тогда вкладывать энергию в это? Нет, нам просто объясняют, что это нечто такое ценное и сокровенное. То есть это практически невозможно осознать. Нам нужно следовать пути махаджанов, наши предыдущие махаджаны. Они нам показали вот эта дорога. Если я создам новую дорогу, я не получу ничего. То есть нужно следовать Шротапанте. Только следуя Шротапанте можно добраться до абсолютной истины. И даже Махапрабху, он следовал Шротапанте. Он был в Гуру Анугате. Он всегда уважал предыдущую Гуру Варгу. Он мыл лотосные стопы Гуру Варги, пил воду эту. Но он же Верховный Господь, зачем ему пить воду браманов? Потому что, чтобы научить нас. А мы, у нас сложное эго. Мы великие, но на самом деле мы ноль, мы ничто. Дурвадьям — это значит самое сложное. То есть это нечто наисложнейшее. Это настолько сложнейшая тема, но в то же самое время она очень простая. Как? Ты только что сказал, что это такое нечто наисложнейшее, а сейчас ты говоришь, что это очень просто. То есть как это может быть применено, эти два термина? Для вас это сложно, потому что вы не прямые, вы, ну, straightforward. Но для тех, кто простые сердцем, для них очень легко. То есть вы сложные. Поэтому вы выберите вашу дорогу, то есть что вы хотите показать, ложное эго или скромность. Это вам решать. Вамсидас Бабаджи Махарадж, он не обладает никаким образованием. Он может с легкостью получить Кришну Гору Нита, а вы можете обладать всем, чем только не пожелаете, и вы провалитесь. Поэтому написано, что это очень-очень-очень сложно. И в то же самое время это очень легко. На Бенгали Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, Джагадананда Пандит пишет, Джагадананда Пандит в Прем Виварте написал. Я уже объяснил Прем Виварту. В Прем Виварте Джагадананда Пандит — это вечный спутник Гуранги Махапрабху. Он говорит, на Бенгале пишет он об этом. Если вы заявляете внешне, как преданные гуранги,
это не даст никакого результата. То есть внешне вы на словах говорите «Я преданный Гуранги». А, да, это вам не даст никакого результата. Но когда вы примете этикет Гуранги Махапрабху, его наставление, его ачарин полностью, без каких-то зазоров, без каких-либо отклонений, когда вы примете ачарин Махапрабху, тогда вы можете сказать: «Гуранга, он мой». Я даже не могу сказать «мой Гурудев». Сколько у меня ачарина, что я могу произнести такие слова? Кто мне дал такое право называть его моим Гурудев? Насколько я посвящен своему Гурудеву? Сколько жертв я принес своему Гурудеву, что я могу назвать его мой Гурудев? Вы можете назвать своих детей «мой сын». Вы можете любить их, взять на коленки. Но сколько любви у меня Гурудеву, сколько, насколько я посвятил ему свою жизнь, сколько жертв я принес. То есть откуда такая дерзкость является, чтобы назвать Гурудева моим? Кто Гурудев? Гурудев, он не отличен от Бхагавана, а вы говорите «мой Гурудев». То есть как будто вы хотите доказать, что вы знаете все о Гурудеве, что вы получили всю милость. «О, я слуга Гурудевы». Это вот ваше положение такое. Ваше или твое? «Your» — это в двух случаях применяется, «ты» или «вы». Поэтому иногда сложно переводить. Нет ничего более легкого, чем Кришна Баджан. Если кто-то спросит: «А что самое легкое в мире? Что самое простое, что существует?» Кришна Баджан. Кришна Баджан. Да, нет ничего более простого, чем Кришна Баджан. Это самое легкое. Вам только нужно выкинуть мусор из сердца. Вам нужно только выкинуть мусор из сердца, стать простыми, как попрошайки, и просить Крипу. Думайте, что вы попрошайки уличные, не отождествляйте себя со своими организациями и гуру. Я вам могу дать доказательства. Рупа Санатана, они никогда не говорили: «Мой Гурудев, мое сообщество». Если я вас спрошу: «А кто Гурудев Рупа Госвами? А кто Гурудев Санатана Госвами?» Глупые. Кто Гурудев Санатана Госвами? Санатана Госвами кричал так: «Мой Гурудев, мой Гурудев». Он так говорил? Вы знаете, кто был Гурудевом Санатана Госвами? Кто может мне сказать имя Гурудева Санатана Госвами? Сейчас гуруизм в моде, как капитализм, фашизм и так далее. И сейчас у нас новая мода — гуруизм. Садхананда Свами написал об этом, что в данное время интересы организации и интересы сампрадаи, они не совпадают, они в конфликте находятся. Интересы сампрадаи и интересы организации. Для нас интересы организации, они настолько важны, что мы можем выкинуть на помойку нашу сампрадаю. И вот это наше грязное положение. Мы готовы даже продать нашу сампрадаю за недорого, только для того, чтобы защитить нашу организацию, наш имидж, наш гламур. Хорошо, оставайтесь в своей организации. Будьте удовлетворены. Не познайте абсолютную истину. Сражайтесь, продолжайте сражаться. Никогда не достигнете успеха. Я хочу вас сделать попрошайками. Мадхва Госвами Махарадж. Однажды один богатый человек пришел и сказал: я вам дам денег, а вот выкинете этого брамачари из матха. Ты мне можешь денег дать, а он мне жизнь свою дал. Может быть, он ошибся. Я попробую его спасти. Ты мне можешь дать денег, но Бхагаван в любом случае все устроит. Но где я получу такого человека, кто готов отдать свою жизнь? Таким образом,
То есть одновременно Кришна Бхаджан, он настолько легок, то есть его совершать очень просто, но и сложно тоже. То есть Джагадананда Пандит, он говорит, что нужно сделать одну простую вещь, но вы этого не можете сделать. Вы можете показывать всякие трюки, вы можете давать лекции и так далее, но вы не можете сделать одну вещь, которая на самом деле очень простая, о которой сказал Джагадананда Пандит. То есть это всего лишь одно слово. Когда вы станете простодушными Шаралата, тогда сразу же вы поймете учение Чайтанья Махапрабху. Вам не нужно будет идти в университет, мастер и там защищать. Нужно только быть прямолинейными и простодушными. Не оставляйте за собой каких-то личных прав. То есть не думайте, что у вас есть какие-то что-то личное. То есть почему вы не откроете врата во своего сердца? И тогда Гуру Вайшнава, они очистят всю грязь из вашего сердца. То есть не скрывайте грязь эту. Если там есть грязь, Гуру Вайшнава ее вычистят. Тогда вы очиститесь, но вы не можете этого сделать. Вы можете показывать свою эффективность, вы можете давать лекции часами целыми, но эту простую вещь вы не можете сделать. Вы не можете только одну. Откройте свое сердце и выбросите весь мусор оттуда. Только одно единственное вам нужно сделать. Тогда вы поймете учение Гуранги Махапрабху. Вы можете делать все, что угодно, но только не это. Ну и занимайтесь. И кричите слоганы ваших организаций, гурудевов. Продолжайте. Ямарадж Махарадж, он сказал, «Гуджам вишудям дурбадьям». Это очень сложная тема, наисложнейшая, самая сложная, не существует ничего более сложнее. Но Джагадананда Пандит сказал, это Кришна Бхаджан, он очень, его очень легко совершать. Для того, чтобы получить работу, вам нужно образование. Для того, чтобы выйти замуж или жениться, вам нужно обладать какими-то качествами, а иначе брак, он не продержится. То есть все, что бы вы не хотели сделать, если вы хотите играть в футбол, то вам нужно тренироваться, а если вы хотите петь, вам тоже нужно постоянно практиковать. Но Кришна Бхаджан, он его совершать очень легко. Вы просто откройте свое сердце и скажите: «Я твой. С сегодняшнего дня я только твой». Как Рамануджачарья, когда он оставил свою жену, он отправился к Барадраджу и сказал: «Прабху, с сегодняшнего дня я только твой». Вчера моя жена обладала долей. Она могла сказать, заявить, что она обладает правом на своего мужа, но сейчас это не так. Сейчас я посвящен полностью тебе. Но это очень сложно сделать. Мы можем выучить шастры, мы можем давать лекции, мы можем заниматься многими вещами, мы можем ездить за границу, проповедовать, но нам не удалось проповедовать перед самими собой. То есть если мне не удалось проповедовать самому себе, то есть для начала проповедь должна проведена самому себе. Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он сказал, когда вы напроповедовали себе уже достаточно, то вы можете проповедовать другим, если только в том случае, что вы уверены, что вы уже себе самому напроповедовали в достаточном количестве, а иначе вы создадите какую-то грязь, и вы испортите свою жизнь, выкинете ее в помойку, и это будет ваша... Вы запишите себе в дневниках то, что я вам говорю, и применяйте это в жизни, и вы увидите. Я очень уверен в том, что я говорю, потому что ничего, что я говорю, все, что я говорю, оно все в соответствии с Гуру Парампарой. Каждое слово, что я произношу, оно в линии Гуру Парампары. Мне не интересна популярность.
я сижу перед Тулси Деви, перед Бхагаватом, и все знают из Вайшнав Самаджи, все знают. Я могу стать популярным очень легко, я знаю, как петь, я знаю, как я мог бы обмануть. Я могу это сделать с большой легкостью, могу стать известным, я могу говорить очень сладкие слова. Я знаю, как с людьми обращаться деликатно. Я знаю, как петь красиво. Но я этим не занимаюсь. Я не хочу, чтобы все ко мне приходили. Только самые те, кто пробуют достигнуть Бхагавана, они могут ко мне прийти. У меня нет ожиданий. Гуджам вишудам дурбадьям. Шри Чайтанья Махапрабху, он постоянно хотел это доказать. Постарайтесь избавиться от избавьтесь от влечения и отвращения. Избавьтесь от влечения и отвращения. Это естественно. В материальном мире кто-то может чувствовать влечение к чему-то или кому-то. Это естественно. Но до тех пор, пока вы не освободитесь от вот этих вот влечений и отвращений, вы не сможете начать харибаджан. И это наставление, основное наставление Шримана Махапрабху. А где Махапрабху об этом сказал? Вы можете спросить, а вы что, слепые, не можете увидеть этого? Это уже написано. Где это написано, вы не видите? Написано, Махапрабху уже сказал. То есть вопрос, где Махапрабху об этом сказал, он абсурдный. Первое наставление Шримана Махапрабху — это избавьтесь от влечения и отвращения, иначе нет альтернативы. Я знаю, что это очень сложно. Это очень сложно. Я даже стесняюсь об этом говорить. Это очень сложно. Освободиться от этого — это очень сложно, но вам придется это сделать. Вам придется это сделать, а иначе вы не начнете харибаджан. Это предварительная необходимость. Сарабхам Бхаттачарья, он был очень известен. И он был заинтересован в Брахма-таттве. Он себя считал Брахмавидом, самым первым. Постарайтесь понять, Сарвабхаум Бхаттачарья был грихастой. Смотрите, какое у него могущество. Он был грихастой, но он давал саньясу другим. Он Махапрабху сказал, я могу тебе заново дать саньясу, твоя инициация, она не совершенна, я могу тебе заново дать саньясу. Но он был грихастой. Насколько он был могуществен. Все совместно, все майявади, они признали, что Сарвабхаума, он был самым великий брахмавид. И никто не мог с ним даже сразиться, даже не мог осмелиться сразиться. По всей Индии существовала только одна такая личность, Сарвабхаум Бхаттачарья. И Махапрабху, он решил разбить его ложное эго и дать ему амриту, нектар. И тогда ложное эго его было разрушено. Сарвабхаум Бхаттачарья, он понял, что он был уличным попрошайкой. Он думал, что у него было образование огромное, что он был огромным великим пандитом, и он понял, что это все было бессмысленно. Но ранее он считал, что у меня такое образование, я такой ученый человек, но сейчас он понимает, что он ничто. Тот же самый Сарвабхаум Бхаттачарья. И это не шутки. Не существовало такого человека во всем мире, кто мог бы изменить настроение Сарвабхаума Бхаттачарьи. Но Махапрабху
это сделал. И Махапрабху, он его проверил, насколько он изменился. Махапрабху, он пришел к Сарвабхауме, и он сказал: «Дай-ка я посмотрю, сколько у него веры в Махапрасад, прежде чем принять прав...» Что вы говорите? Махапрасады, Говинды. Что вы говорите перед тем, как принять Махапрасад? Вы только поете, но вы не понимаете, что вы поете. Вы только поете: «О, Махапрасада Говинды», но нету никаких реализаций. Вы только повторяете, но должны быть и реализации. А в этой шлоке написано, что это не шутки. Когда кто-то развивает веру в Махапрасад, в Говинду, в Вайшнаву, в Даму, это большая редкость. Вот почему мы едим чаянарасу, параманну и сладости, мы не едим прасад. Мы, думая, что мы принимаем прасад, мы едим еду на самом деле. Когда вы применяете логику в отношениях с Гурудев, тогда Гурудев, он исчезает. Возможно, вы никогда не слышали эту сиддханту в вашей жизни. Прабхупада Бхактистан Сарасвати Такур, он сказал, что как только вы начинаете спорить с Гурудевом и применять логику, Гурудев, он исчезает из вашей жизни. Вы просто увидите человека, в котором течет кровь и у которого есть плоть. Гурудев, он исчезнет, потому что вы начали спорить с ним. Логические интерпретации, они не работают. Они не работают на пути познания абсолютной истины. Это самый первый момент. Логические интерпретации, они не работают на пути познания абсолютной истины. Вы слышали много раз Чайтанья Чаритамрита: «Пракрита Васту Наги Пракрита Гочар». Вы запоминаете эту шлоку. Но нет у вас осознанности. То есть реализация — это самое важное. Просто сухая философия, она не имеет ничего общего с бхакти. Вы можете даже выучить наизусть весь Бхагаватам или Веданту, но это ничто. Что вы с этим будете делать? На что вам это? И вот Махапрабху, он решил проверить Сарвабхаума Бхаттачарью. И насколько его вера высока в Махапрасад. И он пришел из храма Джаганаты. И Махапрабху, он, воспевая имена, вошел в комнату Сарвабхаума. Сарвабхаума поднялся, увидел Махапрабху. Тогда поднялся, предложил поклоны. И Махапрабху с любовью, он дал... Взял рис, Махапрасад. «О, Сарвабхаума, прими прасад, покушай». Рано с утра Сарвабхаума Бхаттачарья, он даже не умылся и не принял омовения. В то время как Сарвабхаума Бхаттачарья, он обладал настолько таким большим ложным эгом. Я брахман, он постоянно следил за чистотой, за всеми правилами и предписаниями. Сколько чистоты майявади поддерживают, но тем не менее они нечисты. Майявади, они могут практиковать разные методы очищения, они могут использовать шелковые одежды, ни до кого не дотрагиваться, принимать прасад, чтобы никто не видел, если я правильно поняла. Ну, то есть следовать всяким различным правилам. То есть и
каким-либо процессом они не следовали майявади, то это все равно ничто, потому что они майявади, потому что их сердца, они уже осквернены, потому что они не верят в Бхагавана. Они не верят, майявади не верят в Бхагавана. Поэтому каким бы правилам чистоты они не следовали, они остаются самыми оскверненными. Они никогда не могут очиститься, даже если они будут принимать омовение в Ганге. Ганга, она злится, она не очищает их, потому что они не верят в вечное существование Бхагавана, в его лотосные стопы, в его преданных и в его игры. Поэтому майявади, они нечисты. И никто не может очистить майявади. И вот тот самый Сарвабхаума Бхаттачарья, кто ранее, он думал, я самый чистый браман. То есть, не почистив зубы, не приняв омовение, не прочитав гайтри мантры, не попрактиковав свой баджан, так называемый, то есть баджаном это нельзя называть, то есть это свои практики, то есть он ни с кем не разговаривал, он соблюдал столько много правил всяких разных. Я даже видел вайшнав, некоторые вайшнавы, я знаю некоторых вайшнавов, они прочитывали один лак харинам, и после чего они могли начать разговаривать с кем-то. Если вы хотите узнать, кто это, я вам могу сказать имя. То есть сначала они читали 64 круга, а потом они могли, то есть они садились перед божествами, воспевали 64 круга, после чего они начинали, ну, с кем-то говорить, ну, если нужно было. Это был тоже браман. И в Матуре я видел мужа и жену, старый пандит, однажды один преданный. Он сказал, давай посетим их. Я с ним отправился к ним, там должен был состояться разговор. И я увидел, что муж и жена, они сели в алтарный рядом друг с другом. Я вошел, предложил поклон, и они мне показали, подожди, подожди. То есть они не могли разговаривать. То есть, и после того, как они закончили там свою практику, они уделили, то есть они с утра постоянно повторяли харинам. Но внешне вы скажете, они грихастхи. И что? И что? А что вы делаете со своими с шафрановыми одеждами, белыми одеждами? Ну, кто-то грихастха. Он грехастан, но он следует таким правилам, он даже не разговаривает. И потом, когда он закончил свои практики, он вышел, сказал, извини, это вот мои правила такие. Ну, конечно, без вопросов. Я знаю столько много случаев. В общем, Сарвабхаума Бхаттачарья, он поддерживал столько много правил, следовал стольким многим предписаниям. И по его собственному пониманию, он был огромным брахмавидом майявади, ну, в соответствии с его собственным пониманием. И он никогда не нарушал правил. Никогда не нарушал правила и предписания. То есть, что бы это ему ни стоило, он не нарушал правила. Я вам хочу... Но Махапрабху, он его проверил. «О, Сарвабхаума, я тебе принес прасад. Возьми, покушай прасад». Покушай. И Сарвабхаума сразу же взял прасад, и он сидел на кровати, у него одежды были грязные, ну, в смысле, нечистые. Он не принял омовение даже, и он тогда сразу взял прасад и принял его. И Махапрабху, он зааплодировал. «О, я победил райские планеты, потому что Сарвабхаума, он развил веру в Махапрасад. Сейчас я могу заявить, что я завоевал райские планеты». О Махапрасаде написано, что когда кто-то вам приносит Махапрасад издалека, и даже когда он практически испортился, вы не можете его выкинуть. Написано такое. Когда кто-то привозит вам издалека Джаганнат Прасад, даже если этот Прасад почти испортился,
Я не должен его выбрасывать, я должен его принять сразу же. Тотчас, как только вы получили, вы сразу же его принимаете. Это таково правило. Но я вам не говорю, что в Экадаши так тоже нужно поступать, что Махарадж сказал. Я уже это объяснил. Нет, в Экадаши принимать зерновой просад нельзя. Нужно его почтить поклоном. И мы должны быть уверены, то, что мы готовим и предлагаем, это просад. Не то, что кто угодно может готовить. Предположим, когда кто-то зарабатывает нечестным путем, и он предлагает мне просад, то вы, через такой просад вы осквернитесь. В период коронавируса я обсудил подробно этот вопрос. Я с разных точек зрения обсудил эту тему. Когда это Махапрасад, когда это не Махапрасад, как избежать осквернения. Я это все уже обсудил давно. Это не шутки. Если вы принесете, что попало, и вы можете предложить, и Бхагаван примет, нет, это не так просто. Бхагават, он не принимает от всех и каждого. Где чистота? Где любовь? Вы забываете, что написано в Бхагавад-гите. С любовью нужно предлагать. Те, кто предлагают с любовью, цветы, фрукты, листья, я принимаю это. С любовью. Но если у меня нет любви, у меня нет бхакти. Если я полностью лишен бхакти, тогда Бхагаван примет мое подношение. Вы можете ожидать, что он примет? Дурьодана, вы слышали имя Дурьодана? Дурьодана. Он попросил Кришну: приходи ко мне домой, отведай прасада, прасад готов. И Бхагаван Шри Кришна сказал: я не голоден. И прасад его ждал на золотой тарелке, на королевской тарелке. И там столько было подношений, столько много приготовлений разных. Но Кришна сказал: у меня, я не голоден, и он ушел. Ну, ты кушай, я не голоден. Кришна не заинтересован, но и что? И он вышел, и невдалеке там был дом Видурджи Махараджа, он пошел к нему, он вошел в дом, он хотел встретиться с Видурой, но Видура, он ушел просить милостыню Мадукури. Знаете, что такое Мадукури? Когда брахманы собирают бхикшу. Видурджа, он не получал деньги у коровов. В Хастинапуре ему не платили, он не брал зарплату. Он был министром. Видурджи был величайшим министром, но он никогда не брал оплату, то есть он это делал бесплатно, работу. Поэтому он был таким могущественным. Видурджи Махарадж отправился просить милостыню. И Кришна, он стал искать Видурджи, и тогда жена вышла, она сказала: «О, ты!» Она предложила поклоны. А где Видурджи отправился на просить милости? «Но я проголодался, я так голоден, так голоден». 5 минут после того, как он сказал, что он не голоден, не голоден, Дурьодана предложил ему столько всего много покушать, различные приготовления. У него не было аппетита. Но как только он вышел и дошел до дома Видуры, он сразу же почувствовал голод. Я был в этом доме. Кришна сказал: я так голоден. И жена сказала: но Видурджи вернется, я приготовлю что-нибудь. Нет, нет, я не могу ждать так долго. Я настолько голоден, я такой голодный, дай мне что-нибудь. И тогда жена Видурджи, она задумалась, что же делать, он такой голодный. Смотри, там есть банановая пальма. И она собрала бананы. И она усадила Кришну: да-да, сейчас я тебя покормлю. Мать Видурджи, она как мать Кришны. Тогда она усадила Кришну, и она стала чистить бананы.
она выкинула бананы, а кожу бананов она предлагала Кришне, и Кришна, он кушал эту кожу. Она открывала следующий банан, выкидывала бананы, давала ему очистки. И в то время Видурджи Махарадж, он вернулся домой. И он просто пришел в шок. «Кришна, ты здесь? Здесь, да, что мне? Не нужно было приходить? Не-не». И он стал ругаться на жену, предложил поклон и стал ругаться на жену. «Глупая, ты что, предлагаешь ему очистки, а бананы ты выкидываешь? Ты заставляешь Кришну есть кожу бананов». И Кришна тогда сказал: «Я не ем ни бананы, а я не ем ни кожу бананов. Я ем только любовь. Я ем только любовь. Мне хочется видеть только любовное настроение». Это, в этом ответ. Кришна, у него аппетит к нашей любви. Вы можете ему предложить столько много пожертвований и имущества, да, вы можете это сделать для служения, но самое главное — это сердце. Если вам не удастся предложить Кришне ваше сердце, тогда что? А что вы можете дать Кришне? Вы что, можете ему дать воды? Вода Кришнина, бананы на дереве тоже Кришнины, тулси Кришнина, и вы даже, ваши тела Кришнины. Что у вас есть? И если просто вот провести расчеты правильные, то у вас вообще ничего нет. Вы попрошайки, вы явились в этот мир с пустыми руками и голые. Вы родились из чрева вашей матери, и когда вы уйдете отсюда, вы ничего с собой не заберете. Единственное имущество, которым вы обладаете, это ваше сердце, и Кришне хочется получить это имущество. И все лилы, вы можете это видеть во всех лилах Махапрабху в Нилачале. Махапрабху всегда он смотрел, кто мне дает свою любовь, кто ему выражал почтение. Махапрабху в этом не был так сильно заинтересован. Но он искал тех, кто были готовы предложить ему любовь. Рагануга Баджан, я вам покажу завтра. Вы можете подумать: о, Рагануга Баджан, он только применим в отношении Кришны. Нет, он также можно совершать Рагануга Баджан по отношению к Гуранге в Навадвипе. Я вам могу это показать на практике. Рагануга Баджан, он возможен Сачимата, Джаганат Мишра, кто нет, все обладают Рагануга Бхакти. Все. Они обмениваются любовью. Шивас Пандит, Шивананда Сен, Вакрешар Пандит, все огромная любовь Гуранги. Я вам покажу. Потому что Навадвип — это тайный Вриндаван. Гупта Вриндаван. Но мы не заинтересованы в этом. Навадвип — он также Вриндаван. Не то, что мне здесь не нравится. Когда я жил во Вриндаване, я просил милостыню, и я был счастлив. И Бхагаван мне сейчас дал вот это служение, и сейчас я в Навадвипе. И у меня раньше были рваные одежды, мне нравилось раньше, и сейчас тоже нравится. То есть мне нравится и тут, и там. Во Вриндаване все говорят «Кришна, Кришна, Раде, Раде». Это позитивное нечто, нечто позитивное. Все говорят «Раде, Раде» в поездах. Таким образом они привлекают ваше внимание. Если вас хотят, кто-то вас хочет позвать, они говорят «Раде, Раде».
а куда ты едешь? Я еду на Говардан. То есть, а откуда ты? А я с Радакунда. То есть, таким образом, желая или не желая, вы обязаны произносить имена Рада, Кришна, Говардан, Радакунд. Вы, может быть, даже и не хотите говорить, но вы просто обязаны. Когда вас кто-то спрашивает, а вы откуда? Из Радакунда вы, то есть, произносите имя Рады. Даже мусульмане, даже мусульмане, которые строили бенгальский проповеднический центр, если я поняла, они говорили Рада. О, Махарадж, на алтарь ты хочешь картину Рады Кришны, то есть они задавали вопросы, и они произносили имена Рада Кришна. О, Махарадж, помести вот тут картину Рады Кришны, а я смеюсь, как каким-то образом они произносят имена Рады и Кришны. Они, конечно же, получат благо. Но здесь материалисты, они особо не говорят, не произносят святые имена. Но во Вриндаване все и каждый говорят «Рады, Рады, Кришна, Кришна». Махапрабху, то есть, очень обрадовался, и он сказал, «Я завоевал райские планеты, потому что ты развил стопроцентную веру в Махапрасад». И посредством примера Видурджи я хотел вам доказать, что Бхагаван, он не заинтересован ни в вашем имуществе, ни в чем-либо, чем вы обладали. Он только хочет ваше сердце. У Видурджи очень прекрасное сердце. Вот почему Бхагаван Шри Кришна 5 минут назад он был не голоден, а через 5 минут он проголодался очень сильно, что он не мог даже подождать секундочки. И это вот эта шлока. Бхактия означает бхактия, значит третий падеж посредством бхакти, с бхакти, когда кто-то предлагает с любовью. То есть не то, что я буду принимать от всех и каждого. Будьте внимательны, это очень важно. Если я вам об этом, обо всем расскажу, люди могут расстроиться. Но я уже много об этом обсудил. Вы можете спасти себя посредством этого знания, а иначе вы не сможете поддерживать вашу чистоту. Запишите в ваших дневниках. Я вам говорю, запишите, я могу это подписать. Вы не сможете поддержать вашу чистоту, потому что вы не знаете, как ее поддерживать. Даршан должен быть настолько тонким. Он вот сейчас, он что-то понимает. Он что-то понимает. Кто-то понимает эти вещи, но не все. Они понимают, что такое чистота. Махапрабху и Сарвабхаум Бхаттачарья, они начали танцевать. Махапрабху, Сарвабхаум Бхаттачарья, он не принял омовение. Махапрабху его обнял. У тебя огромная вера в Махапрасад. Когда Махапрабху обнял Сарвабхауму, Сарвабхаум Бхаттачарья опять упал на землю без сознания. Постарайтесь понять, когда Махапрабху взял просад и предложил Сарвабхауме, Махапрабху ему передал силу. После принятия просада Сарвабхаума, он упал на землю. «О, Сарвабхаума, что произошло? Что произошло с тобой?» Тогда Сарвабхаум поднялся. Вы здесь не прочитайте об этом в Чайтанья Чаритамрите, в Чайтанья Бхагавате. Все в деталях. После чего Махапрабху, он обнял Сарвабхауму, и оба начали плакать. Полились нескончаемые слезы, в общем, и жизнь Сарвабхаумы полностью изменилась. И он себя обнаружил, то есть он обнаружил, что он был на Галоке, в Галоке Даме. О, кто Прабху? Этот саньяси, кто этот саньяси? Сначала он хотел меня обдурачить, а он является Верховным Господом. Я никогда не верил в Верховного Господа. Я не верил, что Верховный Господь может прийти ко мне, обнять меня, выразить свою любовь. Но он все сейчас это ощущал на практике.
То есть лично все это переживал. И Сарвабхаума был очень богат, у него были слуги. И он однажды захотел отправиться к Махапрабху со своими слугами. И по милости Махапрабху, Сарвабхаума Бхаттачарья, он стал ненормальным. То есть слуги его вели в Гамбиру, а Сарвабхаума, он куда-то в другие места заходил. То есть он был, он не помнил ничего, его сердце, его ум, все было заполнено гурангой, расплавленным золотом. И куда бы он ни посмотрел, он видел гурангу, золотую аватару, он не видел ничего больше. И постепенно Сарвабхаума Бхаттачарья он развил такую огромную любовь к Махапрабху, что когда Махапрабху его оставлял на одну минуту, на две минуты, на час, то Сарвабхаума он не мог спокойно переносить этого. И Махапрабху, он задумал отправиться на юг Индии. То есть после того, как он спас Сарвабхаума Бхаттачарью, Махапрабху стал планировать свое южное путешествие на юг Индии. Как мне спасти людей? То, в общем, планировал. И король Пратапарудра, это король или царь Урисы, он узнал, что Сарвабхаума Бхаттачарья, он изменился. Но как же это возможно? Он узнал, что пришел один великий саньяси. Сарвабхаума Бхаттачарья, он верил, что это Верховный Господь. И он увидел сварупу Махапрабху. Я Рама, я Кришна, я Гуранга. Сарвабхаума уже увидел вот эту шестирукую сварупу Гуранги. То есть две руки Рамачандры с луком и стрелами, вторая пара рук на флейте играет, а третья держит горшочек с водой. То есть тут даже речь не идет о вере или невере. То есть он увидел Бхагавана. И, в общем, новости распространились. И Сарвабхаума Бхаттачарья, он прочитал 100 шлок. Но все преданные, они запоминают две шлоки. Вот эту шлоку я вам уже сказал. Кипам будирьястамахам прападе. All devotees, this is like все преданные, они... Эта шлока, она распространилась очень быстро. И все преданные, они запомнили эту шлоку, они постоянно ее прочитывали. И очень быстро ее все узнали. Вот эти две шлоки, очень скоро все преданные, они знали эти шлоки. Он Верховный Господь. Он сам Верховный Господь. То есть это все новости распространились. И вот король Урисы, он узнал это все. А, это чудо какое-то. Сарвабхаума Бхаттачарья изменился. Он же был такой великой личностью. Никто на свете не мог его изменить. То есть и он, у него есть доказательства, что это Верховный Господь. Саньяси явился в Нилачалдам. Я тоже хочу встретиться с этим саньяси. Махапрабху, он в это время уже задумал отправиться в путешествие по югу Индии, одурачив преданных, потому что преданные, они никогда бы его не отпустили. Нет, мы тебе не позволим никуда уехать, уйти. Я уйду ненадолго, я потом вернусь. Разрешите мне, если мой сын умрет, то я переживу. Но если ты уйдешь, то я не выживу. Кто-то сказал. Ну, разрешите мне же нужно брата моего найти, мой ст-
старший брат, он ушел куда-то. Он стал Шанкарарана Вишварупа. Он, пожалуйста, разрешите мне. Ну и никто из преданных ему не давал разрешения. Они сказали, они говорили вот так: если наши дети умрут, мы выживем, но если ты уедешь, мы не выживем. Если ты уйдешь, мы не выживем. Понимаете, какая разлука? И, в общем, Махапрабху вот в тот момент он планировал, как обмануть преданных и отправиться на юг Индии. И это не шутки какие-то, то есть в те времена не было машин, то есть это все нужно было пешком путешествовать. Кто мог вынести это, то есть тысячи километров, юг Индии? А Махапрабху сказал: я кружочек сделаю и вернусь. Но они не могли его отпустить. Вы слышали об игре такой, когда, как это называется, когда веревка, кто-то, учителя с одной стороны тянут на себя, и ученики с другой стороны тянут. Ну, кто перетянет веревку на себя, канат. И те, кто потом проигрывают, они падают на землю, потому что они, им не удалось. В общем, преданные не разрешали, но Прабху хотел уйти. И также Пратапарудра, он узнал: о, Верховный Господь явился здесь. Сарвабама подтверждает, что это Верховный Господь. Не просто он это говорит, он увидел его сварупу, что он Джаганнат. Но тогда мне обязательно нужно с ним повстречаться. Как встретиться с ним? Но он не будет встречаться с королем, с женщинами. А как же мне с ним встретиться? Я очень хочу встретиться с ним. Пожалуйста, организуйте мою встречу. Пожалуйста. Организуйте, иначе я умру. Я откажусь от королевства, если он не прольет на меня свою милость, я стану саньяси. Такие слова сказал король. Я стану саньяси. И я оставлю королевство, если он мне не даст свою милость. И тогда преданные, они занервничали. У короля была любовь к Махапрабху, но Махапрабху не встречался с королями. И тогда преданные стали планировать, то есть каким образом сделать так, чтобы устроить встречу Махапрабху с Раджем Пратапарудрой. И сегодня я остановлюсь на этом моменте, потому что мне нужно уходить на Бенгали Харикатху. Простите меня. Sri Chaitanya Dayanidheta Vallasad Lila Sudha Sarduni Vancha Kalpadrava Sikri Vase Patitana Pavane Dho Vishna Vyogna Забыть о материальной жизни — это